Первая книга Паралипоменон, глава 26. Вот распределение привратников из Карьян, Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых. Сыновья Мешелемии, первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил, пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай. Сыновья Овет-Едома, первенец Шемая, второй Иегозайвавд, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил, шестой Амиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его. У сына его Шемаи родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные. Сыновья Шемаи — Офни, Рефаил, Овет и Ельзавад. Братья его — люди сильные, Елия и Семахия. Все они — сыновей Овет-Едома. Они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные. Их было у Овет-Едома 62. У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было 18. У Хосы из сыновей Мерариных сыновья Шимри, главный, хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным. Второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария. Всех сыновей и братьев у Хосы было 13. Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север. Овет-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых. Шупими и Хоси на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу у притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами Дома Божия и за сокровищами посвященных вещей. Сыновья Лаедана, сына Герсонова. От Лаедана главы семейств, от Лаедана Герсонского. Иехиил. Сыновья Иехиила, Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами Дома Господня. Вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила. Шевуил, сын Герсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами. У брата его Елизера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф. Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска. Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул сын Киса, и Авенир сын Нира, и Иоав сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его. Из племени Ицгарова, Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писцами и судьями. Из племени Хевронова, Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господне и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою хевронян,
в их родах в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Израиле, в Иозере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700 были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым, и полуколеном Манассиным по всем делам Божьим и делам царя.